Всем доброе утро. Сегодня у нас 28 мая, 4 часа утра. Сейчас многие задают вопросы и, в принципе, до этого задавались, как же все-таки приходит газета про город, что такое тираж 150 тысяч, как он выглядит визуально, как он распространяется и так далее и тому подобное. Именно поэтому мы сегодня вам решили устроить небольшой экскурс. В общем, мы сейчас вам все покажем, все расскажем. Я в редакцию приду, тему классную найду. Я журналист про городской, эксклюзивный текст со мной. У всех работа как работа, а у меня про город. Мои статьи читает весь город. У всех работа как работа, а у меня про город. Мои статьи читает весь город. В общем, визуально наш тираж и как-то в каком-то количественном эквиваленте это 750 вот таких вот больших пачек. В одной пачке 200 газет. То есть таким образом сейчас будет происходить деление вот таких вот пачек на районы. В каждый район поедет своя машинка, которая развезет газету по почтальонам. Вот, таким образом происходит распространение газеты по почтальонам. А дальше уже почтальоны будут разносить ее по городу. Вот. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Визуально можно увидеть, что 100 экземпляров – это ровно половина пачки. Оставшаяся половина – также 100 экземпляров. Здесь можно увидеть, что газета у нас от 28 мая 2016 года, номер 21-299. Таким образом происходит ее распространение. Здесь на часах у нас без 15:05 утра. Вот. Уже совсем скоро жители увидят вашу рекламу и свежие новости в своих почтовых ящиках. И вы в том числе. Дорогие друзья, не верьте слухам, не верьте сплетням. Наша газета всегда распространялась и будет распространяться тиражом 150 тысяч экземпляров. Читайте про город. У всех работа как работа, а у меня про город. Наши статьи читает весь город.